Спасибо большое, Мать Шарипович. Уважаемые главы государств, уважаемые коллеги, свое выступление хочу начать со слов благодарности в адрес уважаемого имама Али Рахмона за теплый прием, традиционный, оказываемый в Душанбе. Хочу также выразить благодарность за ту работу, которая была проведена в период таджикского председательства в ОДКБ. Уважаемые друзья, председательство в ОДКБ переходит к Армении, в связи с чем армянская сторона хотела бы предложить партнерам сконцентрироваться на последовательной совместной работе, направленной на динамичное развитие организации и повышение эффективности ее механизмов. На наш взгляд, необходимо продолжить работу по углублению внешнеполитической координации и взаимной поддержки для выработки согласованных подходов по международным и региональным вопросам, затрагивающим интересы государств-членов ОДКБ. С этой целью придаем важное значение проведению регулярных разноуровневых консультаций, в том числе и в формате группы высокого уровня, в которую входят заместители руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств. На наш взгляд, практика принятия совместных заявлений оправдала себя и ее следует расширить. Логика развития ситуации в различных регионах и коллективных безопасности наглядно показала необходимость актуализации механизмов кризисного реагирования. Очевидно, востребованность механизмов постоянного мониторинга, прогнозирования и предупреждения кризисных ситуаций. На практике все это получит очертания, в том числе и через обеспечение полноценного функционирования Центра кризисного реагирования. Армения намерена тесно взаимодействовать с государствами ОДКБ в целях повышения уровня боеготовности, боевой подготовки, слаженности и мобильности сил ОДКБ. Нет сомнений в необходимости модернизации и наращивания потенциала коллективных сил ОДКБ современными и новыми, в том числе беспилотными формированиями, их оснащение современными средствами подготовки и совершенствования управления. Важное значение для нашей организации будет иметь дальнейшее совершенствование мер и механизмов, направленных на повышение эффективности борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечение информационной безопасности, антинаркотической борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми. Мы предлагаем также предпринять шаги по упрочению авторитета ОДКБ на международной арене, в том числе и посредством расширения взаимодействия с другими заинтересованными международными организациями. В этом русле важно максимально использовать и нарастить уже имеющиеся совместные наработки с ООН, ОБСЕ и другими организациями. На наш взгляд, при решении такого рода вопросов мы могли бы рассчитывать также и на содействие наших парламентариев. В период нашего председательства намерены возобновить практику проведения в Ереване конференции по вопросам безопасности, в том числе с учетом уже налаженного диалога рабочих органов ОДКБ, ОБСЕ и ООН. Созвучную позицию мы уже слышали от наших казахстанских друзей и готовы к тесной совместной работе. Предлагаем продолжить разработку нормативно-правовых и организационных документов, что позволило бы иметь актуализированную под сегодняшние реалии договорно-правовую базу. Надеюсь на вашу поддержку и в налаживании работы с молодым поколением путем проведения в Армении летних школ по вопросам безопасности для студентов из государств-членов ОДКБ. Уважаемые коллеги! Наши приоритеты более предметно с обозначением конкретных шагов и мероприятий будут отражены в традиционно утверждаемом плане реализации приоритетов председательства и решений сессии СКБ. В следующем году мы вместе будем отмечать 30-летие договора о коллективной безопасности и 20-летие организации договора о коллективной безопасности. Согласован подробный план, предусмотрящий
проведении соответствующих мероприятий во всех странах-членах УДКБ. Ждем лидеров государств-членов организации в Ереване. И в заключение хочу еще раз поздравить наших таджикских друзей с успешным председательством УДКБ. Спасибо за внимание. Спасибо большое.